На сцене певица, которая точно знает, что такое быть тренером и наставником после участия в телевизионном проекте «Голос» на Первом канале. Душа русской песни. Заслуженная артистка Российской Федерации и просто прекрасный человек. Пелагея! Встречайте! С конем по полю,
Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Лучшая исполнительница народной песни. Мы за кулисами уж точно все подпевали, я думаю, вы тоже. И, конечно, из рук генерального директора «Самбо-70» вручаем Пелагее. Спасибо огромное. «Самбо-70», дорогое, пусть ваш дух всегда будет таким же крепким. Здоровья вам, счастья и всего самого лучшего. С юбилеем, «Самбо-70», ура! Я думаю, с этой песни можно начинать теперь любой учебный год. Мы идем с конем по полю вдвоем. Это было очень душевно и проникновенно. Спасибо большое. Пелагея!